Всем привет! Начинаем очередное путешествие по выставке Эрарта. Вот здесь выставка Григория Лысака, называется «Под обоями». Интересная выставка, интересные работы, мне понравились. Вот его фотография. Ну что я могу сказать, мы же вот люди уже такие не очень молодые, мы вспоминаем, что раньше клеили обои на газеты, а потом обои отклеивали и опять клеили новые обои. И вот действительно, когда отклеиваешь новые, отклеиваешь старые обои, чтобы наклеить новые, находишь очень много интересного. А клеили газетами для того, чтобы лучше держались обои. И вот как раз можно было под старыми обоями найти газеты, очень старые, престарые. Я вот помню, как ты переклеивал обои в одной из квартир и нашел даже, ну, где-то вот 40-х годов какие-то газеты. Это очень интересно и здорово. Вот человек работает с таких, ну, идея-то примерно такая. Вот в каждой картине надо присматриваться, потому что внутри часть какой-то газеты, часть какого-то текста. Очень интересно называется. Ну, это некий какой-то абстрактный экспрессионизм, наверное. Вот так. Действительно, человек, когда подходит к картине, вот здесь какая-то инсталляция идет, он вглядывается внутрь, что же там такое можно найти. И действительно находишь какую-то обрывок там 40-го или 30-го года газету. Ну вот, причудливый какой-то корабль, который куда-то уходит. Интересные картины. Действительно, интересна сама идея. Молодец этот Григорий Лысак. Вот, с уважением отнесся к его творчеству. Да и картины мне понравились. Вот, это все можно посмотреть действительно в Эрарте. Прийти да посмотреть. Я как мог показал, тут небольшой такой сюжетик. Ну, чтобы все-таки как-то быть в теме, да, в курсе. Вот такая выставка проходит, я уже не помню. По-моему, она до декабря, до 17 декабря. Надо уточнить, конечно. Ну, вот и все, собственно говоря. Все, всем пока, всем привет. Вот эта фотография Лысака. До свидания.